Я с ним встретилась 20, а разошлись мы в 23. Да, все правильно. 3 часов вполне достаточно. Полицейский подходит к даме, лежащей на дороге у тротуара. Женщина, вам что, плохо? Сейчас вызову скорую помощь. Женщина говорит. Да не надо, чувствую себя прекрасно. Это я заняла место, чтобы муж мог поставить машину. Петлуха, ты знаешь, твоя машина гуляет? Ну пусть гуляет. Сегодня погода теплая, нет, дождя нет. Аптека. Мужик спрашивает у аптекарши, показывая на упаковку с сушеным зверобоем. А девушка, у вас зверобой свежий? Девушка саркастическим образом. А вчерашний? Решила ничего не дарить своему на Новый год. Зачем? У него же есть я. А я еще тот сюрприз со спецэффектами. Дельтапланериста сильным ветром унесло на сторону деревни. В это время семья комбайнера собиралась ужинать. Куча ребятишек мало-мало меньше. В это время открывается дверь и забегает один малыш. Папа, не сыр уже. Там этот аист долбанный еще к нам начал приносить взрослых. А теперь стих. Какой стих? Стих — это глагол. Целый стих. Не боишься, что по твоему паспорту кто-нибудь кредит возьмет? С моей кредитной историей по моему паспорту даже мне кредит не дадут. Сейчас сижу ВКонтакте и чувствую себя полковником. Почему? Полковнику никто не пишет. Подписываемся.